Всем привет! Привет! На этот раз мы в Вильнюсе. У нас здесь один день, и мы постараемся его посмотреть. Поехали! Что обязательно надо попробовать, куда сходить, что увидеть и как все это успеть за один день, покажем прямо сейчас. В Вильнюсе есть очень интересное место, своя республика. Неофициально признана. Республика в республике. Эта республика называется Ужупис. Или Ужупис. И вот сейчас мы пришли сюда, сейчас посмотрим, что там есть. Ужупис – это территория свободных поэтов, художников и других творческих людей. Республика имеет даже свою собственную конституцию. Ну что, сыграй что-нибудь? Долбаная полностью. Сейчас нас попробуем настроить. Вот настройщик. Главное. Настроила. Вот конституция республики. Смотрю, думаю, они что, вообще что не образованы? Что они слово «конституция» написали с двумя буквами «ы»? Это вообще не одно. Потом смотрю, тут человек, думаю, что за человек? Да, тут все языки мира. Это не нормально? Здесь нет одна буква? Это какой, грузин или армянин? Кто ну, кто-то такой, вот евреи. Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудную минуту она должна прийти к нему на помощь. Во. Видишь, права кошка. А про собака 12-й. Собака имеет право быть собакой. Мощно. Здесь все очень нестандартное, очень творческое. Вот зашли в очень необычное место попить кофе и попробовать вот такую, я не знаю, что это такое, это литовское какой-то десерт, какое-то блюдо. И картошка, наша старая добрая, попробуем. Здесь она называется по-другому. Вот, и здесь вот такой вот стиль. Прикольный. Вот вставила человека. Кофе пустой, естественно. Все. Съедено. Да, здесь даже на кассе люди с такими глазами, что видно, что человек уже сильно принял немало. Интересно, что очень много кафешек с уклоном на книги. Вот такого плана ты заходишь, там можешь взять себе кофе и как библиотека. Полубиблиотека, полукафешка. Это круто. И вставленные сидят, читают. Очень еще красивое место в Вильнюсе – это парк Бернардин, или вот что-то вот как-то так. И в хорошую погоду одно удовольствие гулять. Это прямо возле Ужуписа. Кстати, литовский язык очень древний. Он старше, чем греческий, немецкий или славянский. И считается самым ближайшим языком к санскриту.
после парка Бернардин, или как там его так называют. Тут прямо дорога идет дальше к трем крестам, и три креста, они наверху находятся. И оттуда должен открываться вид на весь город сверху. Но чтобы до него дойти, надо преодолеть все эти ступеньки. Жалуются, ступеньки не нравятся. Хотя это не ступеньки, это всего лишь камни. Камни. Почему? А вон ступеньки. Почему не на ровной плоскости этот город построен, блин? Следующее место, оно под номером 1 в поисковике Google, что посмотреть в Вильнюсе. Это старая крепость. Мне сложно ее выговорить, честно говоря. Так всегда будет внизу подписано. Да, внизу сейчас написано. И сейчас мы поднимаемся к ней. Одна из самых известных, хотя далеко не самых красивых достопримечательностей – башня Гедимина. Когда-то на горе Гедимина был замок, но сохранилась только эта башня и фрагменты стен. Ресторане в литовском традиционном в старом Вильнюсе, и мы будем пробовать что? Цепелины будем пробовать. Похоже типа блюдо на немецкую кухню, там есть клёзы так называемые, но немного другое, внутри мясо и шкварки там еще должны. Ну посмотрим, сейчас принесут. А пока ждем. Ну что, вот это цепелины. Это как это по-русски? Клёцки. Клёцки, да. Со сметаной, со шкварками и на картофельной основе. Очень популярное в Литве блюдо. Сейчас будем пробовать. Так, ну что, вот внутри там мясо. И... Но оно достаточно вкусное, да? Хорошее. Сняли мы апартаменты в скандинавском стиле. В деревянном скандинавском стиле. Вот как это все выглядит. Вот здесь и кухня. И сама комната. Большая такая. Вильнюс нам понравился. Дня вполне достаточно, чтобы ознакомиться с городом. Он небольшой, но уютный, и главное, цены здесь умеренные, и позволить себе отдых в Вильнюсе можно без особого ущерба для бюджета, так что смело можно ехать.